Кумжа – проходная, озорная и ручевая форма легко... А, кумжа, сальмотрута. Проходная, озорная или ручевая риба из семействия лососевых. Сальмониды. Озорная или ручевая. Живые формы этого лосося называются форелью. Название кумжа происходит от саамского кузда посредством фин кумси. Обычные размеры взрослых особей кумжи варируют в зависимости от подвида до 30-70 сантиметров длины и 1,5 килограммов веса. Некоторые подвиды достигают массы 24 килограммов, а длины до метра 70 сантиметров. Кумжа – проходная, озерная, ручевая формы, легко переходят друг в друга. Это очень экологически пластичная рыба. Ручевая форма перезвеняю в Новую Зеландию, скатилась и в море и превратилась в проходную кумжу. Она входит в реки Европы от Пиренейского полуострова на юге до Печоры на севере. Встречается и в Белом Балтийском, Черном и Аральском морях. Распространенная ручевая форма очень широко встречается в горных ручьях Марокко, Алжира, Тунисия, Испании, Португалии, Франции, Корсики, Сардинии, Сицилии, Италии, Греции, Малой Азии, в верхнем течении Ефрата и Амудари. В Америке кумжа акклиматизирована человеком. В многие реки рыбы идут практически круглый год, хотя имеются пики весеннего, летнего или осеннего хода. Одна самка выметивает около 3-4 тысячи икринок, которые после оплодотворения заливает в грунт. Икра довольно крупная, до 5 мм. Идущая на нерест кумжа продолжает питаться, хотя и менее интенсивно. А после нерестия проходной формы возвращается на отгул в море. Очень похожа на пестрая лосося и проводит в пресной воде от 3 до 7 лет. В море кумжа живет от 1 года до 4 лет. Объектами питания служат сельдь, корюшка, печанка и различные беспозвоночные. Ценная промысловая рыба, ручевая и озерная формы, как и проходная кумжа, объекты искусственного разведения. Про обильном кормили можно получать
50 сантиметров и более с гектара пруда ежегодно.